Перемотай, пожалуйста, на конец, раз уж ты не умеешь вернуть к началу. Город встает красивый, как леденец. Чайки кричат на рыбу, кошки на чаек. Папа вернулся в нашивках и орденах. Мама уже не вздрагивает от грома. Бомбоубежище больше не при делах. Бабушка дома. И младшие тоже дома. К Новому году становится холоднее. Тетя Наташа приедет в гости, наверное. Все в магазине подшучивают над ней. Гривны она пересчитывает на евро. Младшие не верят, что люди спали в метро. Там ведь невкусно пахнет и места мало. Знает лишь, что назвали его Дмитро в честь молодого спасателя из подвала. Перемотай, пожалуйста, наконец. Хватит. Настало время монтажных ножниц. Перемотай, пожалуйста, наконец. Боль эту долго вытерпеть невозможно. Лампа зажжется. Пес в углу заскулит. Время гулять со мной, я совсем скучаю. Папа привычно возьмется за костыли. Окна блестят леденцами под крики чаек. Ярко горят на улицах фонари. Город не ждет подвоха, войны, беды ли. Там наверху смеются. Смотри, смотри, видишь? Они справляются. Победили.